Зачем я тебе звоню? Я же знаю, что тебя нет дома. Я выхожу на улицу, все только говорят о том, что ты замешан в заговоре против мэра, ведь я звоню всех, никто не знает, где ты. Прибежала к тебе, тут дверь открыта, я хотя бы руку тебе забрала. Пожалуйста, перезвони сразу же, как только ты услышишь это сообщение. Берегись, если снова дотронешься до моей дочери Алисы.